Так, всем привет на канале Олег Нестеров Брест. Сегодня я хотел бы актуальную тему сказать, так как некоторые не могут найти канал в рации. Канал, вот, посмотрите, с такой аватаркой, вот, как я показываю, да, и называется Олег Нестеров Брест. Все с маленькой буквой, без точек, без подчеркиваний, все с маленькой буквой Олег Нестеров Брест. Почему? Потому что, вот, допустим, мы, если введем, да, вот найти канал, добавить канал. Вот, я, допустим, пишу Олег Нестеров Брест. Аппарат выдает очень много Олегов Нестеров Брест, и как бы вот тут и пользователей как бы много, да, но это все ерунда. То есть каналы эти вымышленные. Вот, допустим, взять каналы эти вымышленные. Вот Олег Нестеров. Брест, Денис Омск. Просто люди хотят создать свой канал, видать, да, и чтобы, ну, как бы на мое имя туда народ пришел. А вообще это делает наш знаменитый тролль. Это Лангольер 3, мужик, которому 55 лет и который всякую фигню про это я лежу пишет. Ну, бог ему судья, это больной душевный человек, это уже подтвердили врачи. А и также мистер тролль, это одно и то же лицо. Просто он сделал другой аккаунт, чтобы свой канал не позорить. Но как бы позорит он его все равно. Вот еще раз говорю, Олег Нестеров Брест. То есть сейчас я подключусь. Вот в данный момент, вот смотрите, 29 человек сидят, разговаривают на рации, да? Время час 16. По Москве уже 2:16. И то есть, когда вы будете искать канал, вы можете. Так, а как же мне посмотреть, сколько тут человек? Ага. О канале. И вот когда канал вы включите, да, о канале, здесь будет ссылка на мой интернет. И можете нажать вот послушать. Я буду, ну, говорить о своем канале. То есть на канале уже больше 16 тысяч человек. Так что ориентируйтесь на это число. Ну, на сегодня я с вами прощаюсь. Думаю, урок был полезен. Потому что многие как бы не могут найти канал. Так что смотрите внимательно. Олег Нестеров Брест. Без всяких подчеркиваний, без всяких точечек. Маленькими буквами. И имя, и фамилия, и город. Всем пока.